И всем привет, с вами Лайк, и сегодня я вам хочу показать приложение под названием SKR Pro. Ну, у меня профессиональная версия, то есть мне не надо там ничего доплачивать, я сразу все скачал, и я могу снимать полностью видео, то есть не каких-то ну, там 30 или 1 минуту, а полностью могу снимать видео. То есть это приложение удобное, конечно, это не то приложение, которое там хотел один человек, чтобы я заснял, но то приложение у меня просто не поддерживается, я не знаю почему. Но это приложение, как мне, вот, мне кажется, что оно самое лучшее, потому что здесь все добавлено. То есть я могу здесь сам устанавливать частоту звука, какую я захочу. Если же вы заходите в какую-нибудь игру и там пишет то, что видео остановлено, то вы можете сразу поменять и найти для себя оптимальный вариант. Вот у меня лично стоит кодер мой H264 и чип GPU просто. GPU плюс это для более таких приложений мощных. Разрешение экрана у меня стоит на максимуме. У меня максимум 1024 на 600. У вас может быть там другое, но главное выбирайте максимум, потому что максимум это самый удобный. Итак. Также здесь можно устанавливать время, как все будет сниматься, с какой скоростью, быстро, медленно или долго и все такое. Вот, например, вы снимаете и вы строите дом себе в Майнкрафте, вы можете поставить на десяточку, чтобы это все быстро заснялось. Ну, у меня все нормально идет. Также вы можете выбрать источник звука, который вы будете записывать, там, сами говорить и так далее. Я лично выбираю микрофон. Вы можете выбирать внутренний плюс микрофон. Чтобы избавиться от тех, используйте там проводные наушники. Так что как-то так вот. Стереосистему можно установить там и много другое. Также вы можете включить фронтальную камеру. Как видите, такая фронталка камеры будет. Но нам, собственно говоря, она очень даже и не нужна. Потому что я ей не пользуюсь и не хотел бы пользоваться. Она у меня работает, но я не пользуюсь. Фронтальная камера, я не знаю как. Ну, кто-то пользуется, кто-то нет. Я лично не пользуюсь, мне она не нужна. Вы также можете скрывать всякие значки и так далее. Есть удобные функции. Например, показывать нажатие. Вот как я вот сейчас, вот как вы видите, у меня появились нажатия, но я без этого обхожусь. Можете выбирать папку, куда если это будет видео закачиваться и немного другое. Также здесь есть рекомендованные приложения для этого приложения, немного все такое. Так что качаем. Пользуемся. С вами был Лайк, не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока.